Да хватит, ты гавкаешь. Кап-сцена какая-то. Заткнись, нафиг. Right on time. Come here, check this out. Hey, Dre sent over the number to that missing phone. Hey, what's wrong with your dog? Oh, he just... Chop! Come here, boy. Что с ним? Come here. See dog. Come here, boy. Наркоты наелся. Наркоты наелся? Я думал, он сейчас помрет. Я же за него запереживал. Обдолбался. Просто обдолбался. Я думал, он все сейчас сдохнет прям в капцине, блин. Я ж прям реально волноваться начал. Get him like a little burrito, like a monster. Repeatedly disappoint me, man. You owe me anyway, dog. Your dog made Maria Нормально. Come on, man, we gonna get chop up. Сожрал пес, смотри. Мою дурь ты в долгу. Зашибись. Dog, come on. You think you can put in a good word with Dre for me? I mean, to get him to endorse LD Organics, man, we'll be on. I'm talking about Green Giant Buku Retirement. Нормально. Они его так взяли. За лапы. Okay, get onto the network in your office. You know where your office is, right? Так, ну. What's the plan again? Мы прилетели. Что дальше? So. Воу, ну всё, в чём это я? У меня древний носок. У тебя тоже. Я знаю. Блин, сохранить не успел, но я отыграл, кстати. Сейчас много врагов будет. Что делать? Дойти? Сюда? Как в сюжетке? Так, надо найти... Ты уже нашел. Да ладно. Подрывать надо дверь. Оп, отходим. Погоди, он сейчас скажет. А, чё? Ну все, всё, вот. Давай. Заходи. У нас 4 звезды. Капец. А чё тут делать? К этому компу по-любому, он такой. Да-да-да, я пока здесь буду. Он больше всех это отличается просто в этой комнате. Тут взламывать так, что ли? Тяжело... Нет, просто типа ты флешку поставишь и все, надо будет ждать. Ты же сам говорил, тебе не спойлерить, я не стараюсь. Понятно. Ну, пока мы проходим, можно. Ну, такие моментики. И чё, нам теперь выходить отсюда? Отстреливаться, пока не установится. Видишь, справа индикатор. Ну это фигня. У меня есть пулемет. Они сюда сейчас придут. Да, они и справа, и слева. Они вон там, где стекло, где ты сел, могут прийти. Да ладно. Да, они со всех сторон будут. Это вообще было жестко. А сейчас что, мы вдвоем, наверное, их еще больше будет. Не знаю. Гаси их. Блин, я не додумался, бомбульпушку туда закинуть возле входа, где они выходят. Главное аккуратнее, чтобы не сдохнуть. Через стекло, что ли, попадут? А где там? Я их не всех вижу. Вот, еще появились. Так, смотрите, надо по сторонам никак. Вот тут? А то могут... Слева появились. Ага. Блин, мне... Ой, не, я не эту кнопку нажал. Так. О, черт, перезаряжаюсь. О! Тут еще один вертолет, блин. Поднимайся сюда. Тут еще вертолет. Ко мне поднимайся. Вот этот еще появился, блин. Давай быстрее поднимаемся.
Быстрее, валите надо отсюда. Давай, где ты там, ёкарный бабай? Да я бегу, чё ты, я отстреливался, если чё. Давай, садимся. Да, садись. Надо подлегаться. Валим нахрен. Да, переключитесь от первого лица, чтобы выпить шампанское. Чего? Да, это летит шампанское. Ну-ка попей. Так, сейчас я запись включу. От первого лица нельзя. Записываю. Да? Так, Кью воспользоваться интернетом и Е, чтобы выпить шампанское. Да, нельзя, когда нажимаешь Е, все тебе. Я же тебе говорю. Ну ладно, зато внутреннюю часть вертолета записал. Да я тоже, я могу, я тоже записываю. О, надо проскочить мимо них! А, вся, я проскочил. А, есть вот, что-то? Да, есть какие-то задания. Три там, да? Да, утечка. Типа, ночная жизнь. Утечка, высший свет и южный централ, похоже. Ну, все, значит, они тебе звонили, походу. Южный централ. Чего начнем? Есть какого центра? Не грозил и что-то там Южному Уралу или что? Какому Южному Не грози Южному Уралу, чего? Южному Централу, блин, попивая сок у себя на районе, по-моему, так. Южному Уралу. Я это представил картину просто. Не грози Южному Уралу. Ни хрена тут выплата. Давай, утечка, ночная жизнь. Нам копии надо достать. Ну. Так, найдите запись тайну. Так, ты что, вперед меня идешь? Получается, всех. Нас мазафаки услышали. Да. Зашибись. Мазафаки услышали? Да, мазафаки услышали. Да пофигу, сейчас перебьем всех. Они где-то там. У нас огонь по своим отключен уже, да? Да, я не могу. Без понятия. Я тебя не могу убить. Не, мне просто это. Вон они, мазафаки. Прикалывает это. Че я так медленно хожу? Какого хрена? О, ты всех убил? О, нашел! Как хорошо, когда знаешь, где еще находится на чем клубе. Все, надо валить. Я прям угадал, где это находится. Но у меня нету ночного клуба. И не было, поэтому я не знаю, где тут что. Гоним по шаг. Да. Ты теперь с зелеными волосами. Короче. Оу! Какой вид на город клевый. Было бы до конца доработан, был бы прикольно. Я балдю. О, я вижу эту. Яхту. Я дверь открыл, ты систему ПВО отрубил. И чё теперь? Пошли к той двери. Иду. Ты чё? А, она ещё ниже, блин, а я хотел уже... Забылся. Там ещё кто-нибудь есть? Естественно. Вперёд. Оу-оу-оу-оу! Чё, пистолет тут спасает пока? Я с пестиком хожу. Так, ух, чё? Сюда надо... Чё, не убили меня?
Но здесь не лагает, а там почему-то у меня прямо жестко. Так, справа тут есть. И что нам надо? Информацию? Капец, меня настреляли. Я какой-то ноутбук нашел, может быть это то? Судя по всему, нет. Чё ты ноешь? Оу! Какой-то китаёза. И где, наверху еще? Где ты или где? Нет, я не наверху. Я тебя не могу найти вообще. А вот ты где. Какую информацию? Где информация? Так, а где у нас вообще город? У меня пукан горит. Пукан горит? Да, видишь, они за мной летят прямо. Да вы меня сейчас уже убьете. Отвалите. Ты на этом удираешь? Я сдох и появился сразу на этом. Ой, прикольно. Так, тут проход замурованный какой-то. Надо найти. Идите. А, нашел. Или это желтый маркер всегда был? Так, иду. Блин, надеюсь, это вот. Музыка без авторских прав. Идешь? Пошел, что? Пошли. О, нет. Пошел. Тут музыка с авторскими правами. Воу-воу-воу! Он мне по башке бутылкой ударил! Засранец! Надо копию забрать, музыки доктора, давай. Ты видел это? Догоните промоутера, как мне его догнать? Какая снайперка? Блин, а как его догнать? Он там еще не вертолет главный, не сойдет. А кто меня-то убил? Сзади! Ты что, маркеры не видишь, что ли? Пошел, кто ты капец? Ты следишь за мной, что ли? А, нет, ты появился. Все, давай не умирай больше. За тобой следил. А, блин, пошли в лифт. Я сдох, он меня убил сзади, говно. Все, где вообще умирать тебя? Нельзя. Да я в курсе. Беги давай. Капец, Пашок, ну ты косяк, конечно. О, мани. 11 баксов. Да он сзади появился. А я тут лифт жду. Капец, лошадь, блин. Ну ты косяк, конечно. Мы все правильно сделали, чё? Так, ё-моё, ещё ни хрена не видно. Я, как кто по мне тут стреляет? Еще лестница вниз есть. Ты где? А, вот. О, у меня фонарик есть. Где там кто стреляет? Я никого не знаю. О, у него наверху. Ух, ё! Блин, что там музыка? Ага. Из-за неё плохо видно, где я там вообще. О! Рюкзак! С
Забираю. Че, теперь куда? Наверх, я так понимаю. Наверх? Да. У меня все всегда с собой. О-о-о-о! Там знак такой прям мелькнул. Ты мне вот что-то не впендюрился. Тормози, блин. Так, и что такое? Панель управления. Так, давай под камеру только, не это. Можно было и поближе. Я хотел подъехать. Тут надо. Может, заюзаю шокер? Эти камеры отключать? А то что он? Я купил его, а не пользуюсь. Ой, он долго перезаряжается, ну его в баню. Ты отключил, что ли? Я ничего не делал. Ничего не делал. Так, и чё тут? Сейчас я походу буду долго... О, нет! Это моё нелюбимое. Эти грёбаные цифры, которые меняются. Да сука, ну почему они? Я не нахожу 0-2. Где это 0-2? Я не вижу. Кто тут такой? А, стой. Ой, чёрт! Беги! А, она правильно полетела. Я думал, она мне под ноги попала. А, капец. Что делать? Я кинул гранату. Я думал, что она нам под ноги попала. Упала. Мой компьютер, локальный. Внешнее устройство? Это что ли? О, мини-игра. О, это твое узкое горлышко пошло. Самое главное, чтобы змейки не было. А то мы будем долго проходить. Да, Пашек? I just ran the limo's registration through every database I can get. Wait, short. It's registered to some shell company. No address. Sounds like a dead end to me. Так полетел. It got flagged speeding on the traffic cam network. Here's the last known location. Найти лимузин надо, погнали. Okay, you just want to know it. Looks like it's down. Passenger says it got flagged, so we have to assume the data's not on board. Just keep your distance. И что делать? Ой, чё я? Я не то сделал, что надо? Да. Да. Надо было следить, а я его выкинул. Да ты считай, ну, время сократил. Да? Да, я думаю так. Ну, неплохо. А нам надо было следить? Да. Ну, типа надо было следить. Погнали! Я на этом новом лимузине. Или это не новый лимузин? Не новый. Но это патриот. Только удлиненный. Лимузин патриот. В смысле не новый, я такой не видел ни разу. Он есть, продается. Продается? Патриот да. Продается, а лимузин я не видел. В каком не, магазине? Не помню, но он есть. Я впервые вижу. Черт! Тут охрана. Меня заболела. Ну, нашел или? Да, вроде. Чего? Когда мы кончим, вы не похитили Элис. Я его убил нечаянно. Блин, опять он заново начинается. Ну блин. Я нечаянно. Я шокер тоже нужен, тогда получается купить по-хорошему.
Потому что им хоть вырубить можно. Мы хоть в эти можем сесть, а кто? Вот это новое из обновления. Новое из обновления? Да. Сейчас вот на ней поедем. Тут моя музыка начала играть. Открывайся. Не открывается, Пашок, мы не можем ее взять. Понятно. Я поеду на ней. А, ну да, у тебя этот какого есть. Ох, меня пыль, я отойду. Да, я сломал систему, Пашок. Они не дали нам возможность нормально поездить на этой тачке. Там ворота закрыты были. Но я нашел. Хорошо, пушка эта, которая стреляет. Способ вытащить 23-ю тачку. Блин, сейчас я подойду пока. Такая. Я ж тебя госпу убил, блин. О! Ништяк. Что случилось? Ну, меня убили. Вот. Я появился возле своей, ну, квартиры. И тут такая из-за угла тачка выкатывается. Прикольно. Блин. Кто-то оторваться не смог от них. Ну, они... Ну, врезался я там немножко. Забери меня, блин. Убивай только тех, которые стреляют. И все, и тогда нет, не ошибемся. По кому они там стреляют? По полу, что ли, стреляют? Ну-ка я запись Rockstar включу. Такое чувство, что они по полу стреляют. Мне просто себе не видно. Кого есть? Они по потолку стреляли. Там еще один. Внизу должен быть. А, вот. Есть. А, вот он, вырубите его. Сейчас, погоди. Где эта хрень? А, вот. И чё? Устранить охранников. Так, ты с сучкой убежал. На тебе гранатку. А чё, мы вырубили его уже? Да. Нормально ты его вырубил. Я его тащу, в багажник сейчас положу. Ты видишь эту капсцену? Да, мне напоминает эту миссию, где с Дэвисом. С кем? Дэл. А я тут остался. Мне теперь бежать надо. Давай быстрее. Ух, тут сейчас это... Будет проблема. Так, то надо отстреливать пока. Да, я гоню. Пока что за дверь. Чувак? Бип-бип! Че это было? Посигнали еще раз. Это было прикольно. Я сбил того чувака, и такой сигнал еще. Что-то знакомое. Я тут, по-моему, лазил как-то. Найдите, откуда звучит музыка доктора Дре. Вообще ничего не слышу. В смысле ты не слышишь? Пошли.
Капец, тут народу! Офигеть! Смотри, сколько тачек! Давай потусим пока, пока все равно не поймут. Все, в смысле потусим? У меня тут авторские права, чувак. Ну, это задание. А что нам сделать? Уничтожить оборудование диджея, ликвидировать охрану, уничтожить транспорт. Взорвать бомбу, вот. Мы что, террористы, что ли, или что? Ну, походу, террористы. Ныкайся сюда, пасок! Нам тут осталось чуть-чуть. Все. Это контрольная точка. Походу, да. Чувачок какой-то бежит. Сейчас на вертике за ним надо будет, походу. Я мог, конечно, свой вертолет вызвать, но, блин, нафиг надо. Фиг знает, что где понять. Будем делать, как все задумано. Капец, она быстрая. Да, так хоть интереснее. Несколько раз. Он низко, что ли, летит? Где он? Не вижу я. А, вон он низко вот. Летит. И какие у нас варианты? У меня есть ракета. Базука, да? Да. Давай его обгоним. ДК. Впереди еще там... Впереди взрывай, еще взрывай, там. Взрывай! Чё ты по нему не стреляешь? Там что у меня целилось, я эту фигню. Блин, садись, башок! Держи базуку наготове. Я буду отстреливаться, а ты держи базуку наготове. Где вы, сучки? Ой, блин! Иду я себе спокойно, тут меня встречают. Ладно, ты хоть его застрелил, а то я сейчас пошел дальше. Наверх, что ли? Да, походу, наверх. А вот он. Так, давай-ка это, ну, не будем возле друг дружки. Да, то копашку у меня сейчас. Ебшую вообще. Так, ты чё, где вообще есть? Всё, я убил его. Чё, на вертолёте сваливаться? Да, конечно, сейчас сваливаем на вертике. Бегу, бегу, бегу к тебе. Так, чё, лететь ты будешь или я? Да без разницы. Садись. У меня нет. Окей, ладно, погнали. В принципе, нам уже рядом можно. Садимся, сесть и всё. Ну да, валим отсюда. За голову дед Мазай назначен награда 9000? Давно. Мани-мани! Да, мне 100 тысяч дали. И еще 9 сверху. Так давай я еще тачку стырю. Еще 10к получишь. Неплохо. Неплохо. Надо сразу в банк кидать. Чё? Пошёл. Чё? Усё? Усё. Я что-то уже устал. Я тоже, я задолбался, а не устал. А, вот ты где. Сзади. Если честно. Чёрт! А, нет, спасибо, помог развернуться. А эти зато по дороге едут. Закройся. Чё ты ржёшь? Дверь не закрывает. Ты запарила уже эту дверь. Да закройся. Закройся, тупая дверь. Да давай ты, ё-моё, уже!
Говно собачье. Давай. Да закрывайся. Сука какая. Я это записываю. Да и тоже. Закройся. Короче, оно не закрывается, пофиг.